Привет, ребят, в общем, вот так вот мы едем посмотреть какой-то здесь храм Шивы. Я хочу вам показать, вот как вот выглядит настоящая Индия. Такая глубокая провинция. Это порядка 300 километров вообще от города Индора. Вот. Такая, в общем, такое глубочайшее Подмосковье, где фашист не прошел, знаете, где много людей. Вот, а мы топаем вот туда, сюда проехать нельзя на машине. Вот даже не знаю, как называется речка, к сожалению. Я потом обязательно вам все расскажу, как называется речка, где вообще мы находимся. Пока я знаю, что мы сюда ехали порядка 5 часов. Вот, в общем, вот такое вот. Так вот выглядит местечко. Огромное просто количество мотоциклов. Вот хочу вам сказать, что я вот езжу по Индии сейчас, да? Столько мотоциклов, это просто неимоверно. Наверное, вот сколько людей в Индии, наверное, столько и мотоциклов. Потому что на каждую семью приходится, наверное, порядка 2-1,5 мотоцикла. Но это просто, вот, наверное, один из самых, наверное, прибыльных бизнесов. Это продажа, наверное, мотоциклов все-таки. Смотри, какой огромный баньян. Пойдемте посмотрим такой огромнейший баньян. Сейчас я подойду, и у меня рука перестанет трястись. Посмотрим. Какая красотища, да? Смотрите, какая. Давайте обойдем, посмотрим. Это удивительное растение такое. Вот которое. Вот, видно там, вы помните еще, что в Индии, я не знаю, рассказывал или нет, есть группа, вот, аниматоры называются, это те, которые поклоняются вот деревьям, вот, те, кто вот считают, что во всем живом есть как бы проявление Бога, и смотри, какое огромное красивое дерево какое. Вот, почему это происходит, зачем, люди уже давно утеряли значение всего. Происходит вот. Хануманчик. Вот, нам идем вон туда. Пойдемте, ребят, посмотрим, что тут. Стройки идут везде. Стройки. Бесконечно. Индия такая бесконечно строящаяся страна. Бесконечно.